Дорогие друзья, всем привет! На связи Александра. На минуточку, сейчас 16 декабря, я стою в футболке, мне безумно жарко. Вот такая зима в Мерсине, по крайней мере, такой декабрь. И стою, смотрю на море, а там плавают. Классно. Прекрасный город Мерсин. Я сейчас нахожусь в районе Томюк. Что хочу сразу отметить. Огромная, длинная набережная. Установлены велосипедные дорожки и также волейбольная зона. Я, конечно, хочу, чтобы вы увидели все своими глазами, но еще хочу отметить, что пляж чистый, песочек, мелкая галечка, но пляж абсолютно точно купабельный. Я думаю, что вам очень понравится. А вот и набережная, вот эта зона для комплекса Oasis Marmaris. И посмотрите, какая здесь пешеходная зона, какая здесь шикарная набережная. А я предлагаю уже поскорее заходить в дом. Что мы видим в подъезде? У нас красивый современный подъезд. Много зеркал. Мне очень приятно здесь находиться. Заход в квартиру, она находится на 8-м этаже. При входе стоит большой вместительный шкаф. Поворачиваем налево, и мы с вами оказываемся в гостиной, совмещенной с кухней. Вроде бы как кухня совмещена с гостиной, но она немного зонирована. Мне кажется, это очень удобно. На кухне большой холодильник, посудомоечная машина, абсолютно есть вся техника и каменная столешница. Также по всей квартире есть подсветка. Лично я фанат подсветок и вечерами обязательно их включаю, даже не включаю общий свет, мне очень-очень нравится. Вся гостиная выдержана в трех цветах, это фиолетовый, бирюзовый и розово-пудровый такой. На полу ламинат. Тоже очень важно, потому что зимой мерзнуть вы не будете. Из гостиной мы выходим просто на огромнейший балкон с остеклением. И посмотрите, какой открывается вид. С одной стороны открывается вид на внутреннюю территорию комплекса, и другая сторона на горы. Хочу обратить также внимание на то, что рядом нет никаких строек и не будет постоянного шума. Потому что, я думаю, вы знаете, что Мерсин очень плотненько так застраивается. В этой квартире ничего мешать вам не будет. Мы выходим из гостиной, перемещаемся снова в небольшую прихожую. И справа будет ванная комната, установлена душевая кабина. Инсталляция, широкая раковина. Выходим из ванной комнаты и попадаем с вами в детскую. Здесь большое окно в пол и технический маленький балкончик. Стоит шкаф, очень вместительный. Одна стена выкрашена в светло-серый, другая стена имеет рисунок. И барабанная дробь, светлая, красивая, просторная, я бы сказала, роскошная спальня. Смотрите, какая установлена кровать, комод. И сразу же из этой комнаты мы попадаем на балкон, он уже поменьше, чем тот, который мы с вами видели в гостиной. Но тоже, я скажу, не маленький. Сушилка для белья. И здесь в шкафу у нас прячется стиральная машина. Настолько выдержан стиль, что даже швабра бирюзового цвета. Установлен кондиционер. Летом вам не будет жарко, зимой не будет холодно. Дальше мы с вами перемещаемся в гардеробную комнату и собственную родительскую ванную, что очень удобно для большой семьи.
А вы обратили внимание на акцентную стену в спальне? Цвет мокрый асфальт. Просто шикарно смотрится, очень стильно. Давайте прогуляемся по территории. Комплекс состоит из 5 зданий. И территория огромная, зеленая, с большим бассейном и горками. Если вы планируете жить с детьми, то я рекомендовала бы вам этот комплекс, потому что в Турции немножко не так, как мы привыкли. Мы привыкли, что мы вышли из дома, и сразу у тебя много детских площадок, территория, парки. В Турции все-таки, если вы живете в сите, то у вас все это есть. Если нет, то до площадок надо добираться. Поэтому смотрите, Асис Мармарис, детские площадки, баскетбольная площадка, закрытая охраняемая территория 24/7. То есть можно не переживать, отпустить своего ребенка немножко подальше, постоянно не дергать его за руку, боясь, что рядом проезжает машина. Поэтому здесь есть все, что нужно для жизни с детьми и не только. Кстати говоря, до моря буквально 400 метров. И по классике жанра ставь лайк этому видео, мне будет очень приятно. Подпишись, если еще не подписан на наш канал. Пиши в комментариях, понравилась квартира, не понравилась. И для любых вопросов я открыта, пишите на WhatsApp.